Друзья, всем добрый вечер! Сегодня вторник, Мария Дейвер и с вами «Светские новости». Традиционно начинаем с красноярских новостей, а на этой неделе произошло в Красноярске много интересных событий. На этой неделе я была на кинопремьере из «Сибири со вкусом» от режиссера Владимира Тарасова. Рестораторы рассказывают о внутренней кухне. И Ващенко, и Горинский, и Митраков показывают всю внутреннюю составляющую. И, кстати, друзья, скоро будет в открытом доступе 3 серии. А сейчас предлагаю посмотреть трейлер. Жениться вам надо, барин. Думаете, о чем я сейчас? Я о Марате Башарове. Марат Башаров со своей командой приехал и дал в Красноярске единственный спектакль. Сказать, что это было браво, вау, не сказать ничего. Люди аплодировали стоя. А я была на первом ряду. И я вам сейчас покажу то, что я успела снять. Премьера! Премьера! Подайте хлеба и зрелищ. На спектакль мы сходили, кинопремьеру посетили. Еще и в один торговый центр заглянули. И в эти выходные там угощали оливье. 100 килограммов оливье. Студенты гастрономического института и Василий Емельяненко. Известный шеф-повар на всю Россию. Кстати, он родился в Красноярске. И кормил красноярцев. Приятного аппетита! Один из модных домов запустил в продажу сапожки-уродцы, как их окрестили в прессе. Представляют они собой голень, носок, еще и в лодочке. И вся эта красота стоит 2500 долларов. Смотрите. Невероятная, шикарная Джулия Робертс. 56 лет, в мини, с шикарными ногами и не менее шикарными туфлями. Ой, как здорово, я чуть не описалась. Кукла Барби по подобию Клаудио Шифер уже поступила в продажу. 85 долларов. А Кристину Агилеру видели? Невероятно, ее не видел никто 20 лет. И тут она появляется. Похудевшая, помолодевшая. Кстати, фанаты говорят, что такое ощущение, что она вообще ничего не делала с собой, а просто сохранилась. Но самое главное, что ее, знаете, с кем сравнивать? С нашей Клавой Кокой. Предлагаю самим посмотреть и сравнить. Анна Хилькевич раскрыла секрет увеличивающихся ягодиц. Все паблики пестрили заголовками. Анна Хилькевич сделала себе пятую точку. Анна Хилькевич что-то сделала с собой. И очень много показывали фотографий в профиль ФАС. И Анна Хилькевич показала, что на самом деле было. Смотрите. Смотришь на меня? И что ты видишь? Спасибо вам большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Не забудьте поставить лайк и сердечки всей нашей команде. Обязательно подписывайтесь на меня в социальной сети, в Телеграме. И будьте в курсе событий ежедневно. Я каждый день рассказываю о жизни звезд, шоу-бизнеса и фэшн-индустрии. Увидимся в следующий вторник. Всем пока-пока!